Хаёгоньки. Кальцифер с вами. На экране у нас Papers, please. Так. И вот так. Чё ты мне, блядь, не додала? ПМЖ. Блять, вот эта вот хуйня мне только мешается. Маленькая голова, 47-61. Палец, блять, как мне палец проверить, алло? Сука, дебильная хуйня. Не понимаю, как мне палец проверить. Ну и нахер мне этот палец, если его проверить не могу. Смерть рассоски. Так. И чё, блять, это? Что происходит, бомба? Нам стоит эвакуироваться? Из-за этой ерунды нет, конечно. Просто отключи ее, открой крышку. Так. И чё? Ага. Не могли дисплей поставить. Что мне теперь делать? Никогда не видел такой дурацкой бомбы. Я собрал какой-то тупец, просто переж провода в правильном порядке. Ну вот, все готово, возвращайся к работе, надо закрыть пункт. Чё, собачий, мне сегодня надо денег заработать, давай мне бомбу. Я продам ее по частям и дам тебе долю. Полная дрянь. За ее небось и денег нормальных не получишь. Вызывай следующего. Бомбу притащили. Я переживаю верстотску на ПМЖ. Просрочено. А, до свидания. Не до свидания, а прощай. Здорово. О. Томик, грузик. Ты зачем сюда приехал? Окей, тут все совпадает. Тут все совпадает. Сонгейдо. Вроде норм. Норм, однако. Как я его вокруг пальца обвел. Блять, ты долбоёбка, где паспорт? Сука, ну как можно паспорт, блять, не дать? Ну что ж ты? Что вот, блять? Сука, жиробасина ты ебаная, блядь. Шинглтон. Это женщина, блядь. Катись, ладно. Опа, здорово. Обе.
шифровки. Так. Обоим агентам отказано. Мы не справимся без вашей помощи. Когда Ростоцкая только рождалась, орден взял на себя ту же роль, что и сейчас. Когда тирании придет конец, мы снова исчезнем. Блять, чуваки, сорян. Вроде добрые. А я, блядь, твоих не пропустил. Даже не заметил. Ты, блядь, кто такая? Ищи пятки быстро. Тут совпадает. Ладно. Блять, ты нахуй сюда приехала? Транзитом на пару дней. Ладно, катись. Дебилка. Сука. Это она была. Она же сейчас теракт устроит. Угу. Ладно, не устроит. Мохаммед. Мохаммед. Отлично, катись. Нормальный прыщ. Ебать ты, уродина, фу нахуй, фу, блядь. Сука, что ты за Джокер, ебать? Как ты такая вообще, блядь, на этой планете живешь? Катись отсюда, блядь. Так и думал, имя, да, блядь, сука, имя не проверил, дебил. А, блядь, проебался. О, теща сдохла, жена. Сын болеет, мерзнет. Ага. Большой спрос на солдат и охранников. Что-то ко мне уже зайти хочет. Опа. Министерство юстиции изменило порядок охраны внешнего периметра. Теперь мы обязаны реагировать на попытки незаконного проникновения через границу. Вам выдан ключ, услышав сигнал тревоги, вы можете открыть ящик с винтовкой, заряжен транквилизатором. За каждого нарушителя вы получите премию. Если вы стреляете, но промахиваетесь, сумма снижается. Правило обращения с оружием. Открыть, попасть. Чубрики. Понял. Ты задержал 4. Вот. 20 денег. Что это за... А. Допустим. Тебе домой через день вечером. Ладно. Здорово, Чебупелина. П
пару дней транзитом? Ну давай. Проверим тебя. Проезжай. Сейчас только карту регионов проверю. И скажу тебе досвидос. Да, у нее все хорошо. Доброго, бабка. Тварь. Документы мне, блядь. Предъяви. Арест. Сука, дебилка. Сразу проверка. На пиздлявость. Ладно. Угу. Допустим, тут ты прокатилась. Сан-Мармера. Сука, как я заебал эту карту регионов открывать. Антегрия, блять, Сан-Мармера. Сука, только пикни мне. Нормально. Че ты мне, блядь, там? Пожалуйста, короче, такие операции запрещены, потом я тамошним врачам не доверяю. Тамошним. Ну, блядь, одну хуйню. Главное, что ты не террорист. Хотя, блядь, закалечу, да пошел ты нахуй. Я теперь долго не протяну, но вам ведь плевать. Надеюсь, вы никогда не окажетесь на моем месте. Спасибо. Дай бог тебе здоровья. Так. Так. Женщина-ведро. Это не то случайно. На пару недель транзитом. Окей. Дарья Кривонос. Так, тут окей. Тут окей, ведро в Калече. Калечанское ведро, да? Калече ведро. Ой, напугался. Катись отсюда. Здоров, чебупели, чебуписа. А, механики. Я же вам сказал. Ладно, сидит последний казаться с головой. Спасибо вам за помощь. Ой. Хуяся. Хуяся. Да ты вообще голова. Ебать, я бабла за сегодня поднял. Так.
Лейси, значит, да? Кариста. Туалет Павла. Блять, неудобно. Ладно. Ладно, приезжай. Лисий. На полгода. А! Лежать, сука. Изи среагировал, правда, точность на троечку. Так, осталось вылечить моих корешов. Вау! Отлично! О, ты чё за зеленая голова? Привет! Я слышал, ты из Мирска? Я там вырос, но уже много лет не был. Не город, а грязная дыра. Как была, так и остался. Точно. Я его тоже таким запомнил. Я Серго. Рад познакомиться. Я тебя буду охранять как следует. Давай. Корифаныч получается мой, да? Бумажки, пожалуйста. Ваши документы. Два месяца. А, у тебя паспорт не такой, как надо. Арестован. Вот так вот. Все, пропускаем. Опа, здорово. Так, нападение на границе не имеет отношения к ежикам. Ответственность лежит на неизвестных экстремистских группировках. А цель ордена — подорвать работу коррумпированного центра, а не убийство невиновных. Сегодня прибудет агент ежик, его задача — обнаружить экстремистов. Сегодня. Так. Это как-то надо использовать. На что мне это? Перекладывать. Не разумею. Окей. Так, Хайхан. 1,72 m 72 55 kg. Тест на письку. Нормально. Я подожду здесь со своим мужем постоянно.
Годно, годно. Сан-Мармира женщина. Николета Михалетта. 71 километр. Да, нормально. Катись отсюда. Ну, блядь. Чё, блядь? Ладно. О, блядь, да ты хуй какой-то лысый. Да, блядь, что-то мне, думаю, не надо, блядь, делать такие пластические операции. Отпечатки сходятся. Дипломатический статус. Катись отсюда. Со своим дипломатическим статусом. Че ты, блядь? Ты кто такой? И что? Блять, и что? Короче, пошел нахуй, блять, журналист, хуист, блять. Ваша пресс-карта не дает вам разрешения. Это нарушение прав. Я не позволяю вам домой издеваться, коррупционера. Вы про это еще прочитаете. Да пошел в жопу. Здорово. Постоянно, блять, какая нахуй бритая голова, что ты несешь у себя на голове. А че пятки? А чепятки-то не сходятся. Никакие. А, арест. Что вы делаете? Опа. А ну-ка. Че ты, блядь, подозрительно? А, да? Ну, проходи. Тот, кто в красном, нам не опасен. Что? Ничего. Тот, кто в красном, нам не опасен. В каком в красном? Не в дуплю. Еще лучше. Нет, тут оно как бы к паспорту подходит. А паспорта нет. До свидос. Орбистан, скал. Пара недель. Сходятся. Низкой. Сходятся темные волосы. Сходятся. Тут заебись, тут заебись. Ты не террорист, по крайней мере, не похож. Давай, катись отсюда.
Так. Проходи. Я сегодня добрый. Линдвоске Даниэл. Соварстоцк. Найс. Отлично. Блядь, дядя голодный. Хули ты голодный, а ну? На какие шиши я перееду? Ну все, отлично, я 11 человек, бабки поднял, 75 бабок. Хорош, теперь никто не жрет мои хавки. В роли жены и тещи. Сын и дядя остался. Ну все, продолжим следующей серии. Все охуенно. Две монетки из 7. Ну все, всем спасибо, кто смотрел. С вами был Кальцифер. Всех люблю и обнимаю. Всем удачи. Всем пока. 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 А муха тоже вертолет, но без коробки передач. А по стене ползет пельмень, и все коленки в огурцах. Он деревянный, как кирпич, он волосатый, как трамвай. А эта песня про любовь.